И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Вторая пища – это вкусная пища с быстрой доставкой от 45 минут. Благодаря уникальной рецептуре пицца сохраняет 100% вкуса даже на следующий день. Просто разогрейте в микроволновке, и ваша пицца будет такой же ароматной и вкусной, как из печи. Не нужно переживать за качество. Все же ингредиенты – точное соблюдение рецептуры. Каждая пицца проверяется шеф-поваром перед отправлением. Пиццу готовят на подовых печах из натурального камня, как в Италии. Тесто равномерно прогревается и выглядит изумительным, хрустящим, ароматным, невероятно вкусным. И по моему промокоду вы получите скидку 20% на первый заказ от 990 рублей. Промокод действует до 5 июня. Промокод и ссылка прикреплены в описании под видео. Успевайте воспользоваться! Всем привет, с вами снова я, Вак Фалкон, и сегодня мы будем смотреть поединок, который пройдет 26 мая, а именно будем уже Отваренным и Вайдовым Букелом. Саша, можно сказать, 80-20 уже Варена, и я думаю, что он одержит победу нокаутом в 6 раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердишь, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынке выходит Отваренный. Два четыре боя, 20 победы, 14 из нокаутом и одно поражение. Bazooka's making his way to the ring right now, flanked by his corner men, and just an overall feeling that they're not exactly hyped up for this one. He's ring а вот выходит и его оппонент, Вайдов Рок Инвай Букел. 32 боя, 26 побед, 13 же нокаутом, 5 поражений и 1 ничья. Нам представляют боксеров. Саша Рефер напомнит вашим правила, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Восьмин. Попадает Отто. Мимо. Помахивает Шабукел. Мимо. Вайдов бьет. Мимо. Восьмин. Мимо. Куда это Букел? Неплохо. Что точно Варен? Восьмин. Снова восьмин. Неплохо. Попытка перекота. Неплохо действует Варлен.
Рошмен. Мимо. Good defense, just covering up down low. Точно Варлен. Мимо. Помахивает Шабукева. Варлен точно. Мимо. Помахивает снова Отто. По боку попадает Варлен, Букова пытается ответить. Мимо. Попадает Вайдова. Варлен отвечает. Мимо. Вдает Букева. Неплохо. Пилан завершен, и он завален. 10-9, Отто впереди. Fighting his fight. You're fighting on the inside with this guy. I want you to use the ring and keep your distance. Don't worry about it. Get in your rhythm, okay? И у нас вау номер два. Here we go. Round two is underway. Точно Букел. Варлен отвечает. Снова точно Вайдова. Неплохо. Вдает Отто. Рошмен. Мимо. Попытку дать по Клопушеву, по мнению Букева. Точно Варлен. Рошмен. Точно Отто. Идет вот так Варлен, Букел помахивает, чем Варлен последним ударом штрики достиг Шелли. Рошмен. Точно был Букел, Варлен сразу же отвечает. Рошмен. Помахивает же Букева. Рошмен снова. Но пока что андердог смотрится достойно. Неплохо здесь вот Отто. Мимо. Да, по блоку в исполнении Букева. Снова точно Букева. А среди уже Варлен своего визави. Рошмен. Мимо. Точно Варлен. Мимо. Апплкот. Мимо. Рошмен.
Точно, Отто. Букел отвечает. Неплохо держит Варен. И второй раунд. Также живот 20-18. Варен впереди. И у нас раунд номер 3. Точно Варен. Неплохо. Вашмен. Мимо. Точно Отто. Попадает снова Варен. Неплохо. Мимо. Смахивается Варен. Точно Букел. Отвечает Отто. Попытка клинча была. Вашмен. Мимо. Снова Вашмен. Точно Букел. Неплохо. Точно Вайдо. Снова неплохо Букел. Вашмен. Мимо. Да, это Варен. Неплохо. Точно Букел. Мимо. Попытка Вашмена. Опередил Варен, сейчас выживи. Букел точен. Мимо. А Букел попадает. И снова накажет Букел своего оппонента за ошибку. И третий раунд же Вайдова. 29-28. Варен ведет. Straight up. Move that body. You need to move that body more. А он сразу еще 30-27. И у нас вау номер 4. Точно Варен. Вашмен. Мимо. Точно Отто.
you don't hit him hard, he won't hit you hard. No, no, it doesn't work like that, my friend. He's gonna get confidence now, he's gonna take advantage. Куда это Букева? Точно в Вайлен. That worked out really well. Throw it off the right hand after getting tagged like that. Shake it off. Рашмен. Мимо. Bazooka is making for a tough target there. He gets away from that punch. Смахивает Шабукева. Точно в Вайлен. Лошмен. Мимо. Снова Лошмен. Кэрлин. Мимо. Да, это Вайлен. Лошмен. Точно Отто. Teddy, is it me, or is he going downstairs more and more as this fight's going on? No, he knows what to do. Go downstairs, slow the guy down a little bit more, take those legs away. Точно Букева. Вален отвечает. Лошмен. He scored well after being hit himself. Снова обменяется большими ударами. Мимо. Точно Букева. Лошмен. Опять кот. Неплохо появился Шевален. Неплохо. 10 seconds to go in this round. Мимо. И четвертый раунд Отто забивает всю копилку. 39-37, Вален впереди. Keep your range. Yab yab right, okay? Listen, you need to mix your punches up. Throw more punches to the body. И у нас раунд номер 5. Мимо. Махивает Шабукева. Точно Вайлен. Мимо. Лошмен. Мимо. Попадает Вайлен. Точно Букел. Лошмен. Мимо. Неплохо. Right. Мимо. Вдает Отто. Точно Вайлен. Букел помахивает. Мимо. Попадает Вайлен. Лошмен. Снова обменяешь большими ударами. Мимо.
Дальше Букер пишинговать. Неплохо здесь вот Варден. Мимо. Лошмен. А то кот Кэрлинч. Точно Букел. Опередил Варен своего оппонента. Неплохо. Точно Букел. Мимо. Ваш мем. Мимо. Лазука's timing with his head movement has been ideal. We have not seen his opponent being able to land anything clean. И пятый раунд уже Вайлдо. Шовок 9, шовок 6. Отто впереди после первой половины боя. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. Don't stand toe to toe with this guy. Keep your distance, all right? There you go. Relax, relax. You can do this. You know you got this. И у нас вал номер 6. Ваш мем. Мимо. Оба. Попадает Варлен. Мимо. Попадает снова Отто. Букел. Точно. Мимо. Оба помахиваются. Лошмен. Кэрлинч. Пытается пошинковать Букел своего оппонента. Неплохо Варден. Букел сразу же отвечает. Апперкот. Неплохо здесь вот Варлен. Мимо. А Варлен точен. Мимо. Frustrating his opponent with great defense. Reaching the halfway point of round number six. Точно Букела. Неплохо. Попадает Варден. Неплохо здесь Субука, Варден встречает. Точно снова Варден. Лошмен. Неплохо. Мимо. Good job staying away from the danger there. Лошмен. Return to sender. He gives him back one of his own. Showing you some defense there with the block. Not focusing. Мимо. Точно Букел. Лошмен. Снова обменяясь большими ударами. И шестой раунд за Букелом.
58-56 Валян впереди. И у нас вал номер 7. Пошел в атаку Варлен. Неплохо. Точен Отто. Шангурит Букева. Мимо. Точно Отто. Вашмен. Попадает Райдл. Вален отвечает. Точно Букева. Ну и Отто тоже был точен. Вашмен. Мимо. Попадает Вален. Мимо. Снова Вашмен, Керлин. Мимо. Мимо. Да, это Вален. Ну, точно Отто. Мимо. Вален попадает. Мимо. Апивокот. Мимо. Вашмен. Gets rid of that body shot. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. Мимо. И седьмой раунд, Вален забивает свою копилку. Шат 8, шат 5. Отто впереди. Not going to stand here and watch you take those shots. Do you understand me? Let's see some. А он сейчас же счет 76-3, и у нас раунд номер 8. Куда это Букел? Вален отвечает. Неплохо. Мимо. Да, это Букева.
Мимо оба. Точно Вайдова. Мимо. Оба помахивают. Неплохо. Вашмин. Bazooka's giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Мимо. The halfway point of round number eight. Вашмин. Да, это Букел. Снова точно Вайдов. Мимо. Вашмен. Right. Точно Букел. Келлинч. Not much action, as he just ties up. Мимо. Точно Букел. Отвечает Варден. Вашмен. Мимо. Точно. Букел снова. Неплохо. Апперкот. И восьмой раунд уже Букел. 77-75. Варлен ведет. Scales don't lie. We looked at the weight. He came in pretty good condition. I think what it is now he's starting to get broken down a little bit, physically and mentally. The other guy is starting to impose himself on him. И у нас раунд номер 9. Мимо. Куда это Букел? Вален отвечает. Мимо. Точно Вален. Мимо. Вашмен. Мимо. Да, это Букел. Мимо. Точно Вален и поражен Букел. Держит атаку Отто. Мимо. Помахивает еще Букел. Вашмен. Неплохо. Точно Букел. Варден отвечает. Мимо. Вашмен.
Точен Оттон. Росмен. Мимо. Точно Вайлен. Мимо. Точно Вайлен. Точно Букел. Восьмен. И девятый раунд уже Отто. 8-8 шины. Вален впереди перед финальным раундом. You're fighting on the inside with this guy. I want you to use the ring and keep your distance. You don't have to slug it out with him. You're going to tire yourself out. Pick your punches. И у нас заключительный раунд. This is round number 10, scheduled for 10. Get your hands up. Мимо. Точно Вален. Попадает Вален, причем Букел. Сейчас в клинче Вайлдл. И у нас таки случается первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Букел поднимается и бой продолжается. Мимо. Росмен. Мимо. Неплохо. Very nice defensive guard there. Мимо. Росмен. Точно Букел. Мимо. Точно Вайлдл, Вайлдл отвечает. Росмен. Мимо. Вдает Букел. Неплохо. Мимо. Мимо. Восьмен. Мимо. Снова восьмен. Мимо. And they will bring it home in the last 10 seconds of this final. Да, это Вален.
Мимо. 97-92. Вален. Ждем судейского решения. You don't have to be a calculus major to score this one. Just put those 10 nines together. And our ring announcer is standing by with the official decision. И повел до судейским решением, одерживает Отто Вален. Букер с таким исходом не согласен. Решили на шай счет 189 по Вален. Что ж, давайте обратимся к статистике. Вален по 257 ударов из 637. Букер уже 278 из 615. У Отто 89 из 260 в голову и 68 из 377 в корпус. Ровер живи 89 из 247 в голову и 189 из 368 в корпус. По Валену. Первый 22-26, второй 34-34, по всему 15-6, третий 21-28, четвертый 25-30, пятый 31-33, шестой 26-29, седьмой 28-26, восьмой 23-27, девятый 27-27, по всему 10-9 и одиннадцатый 20-18 плюс нокдаун. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок, а с вами был Black Falk. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает вам развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!